Добрый день, перед вами лот бижутерии. Она подобрана как оверсайз, то есть это бижутерия, которая в тренде, и она большая. Здесь очень много манго. Значит, пластик, серьги красивые, вся красивая, что тут говорить, посмотрите, да? То есть тоже манго, фаульбир, как ракушка, это украшение на шею, копка-пин. Колечко пряжа, массивная цепочка, текстильные серьги пинки. Я вот, да, здесь, ну, получается, что, да, как будто бы специально сделано, но на этой серьге нет этого. Очень красивые серьги, украшения на шее, а, это на волосы. Это как гречанка, вот украшение. Серьги. Вот ценник, допустим, да, 8-9 евро стоит. У нас цена значительно дешевле. Браслет. Ай, какие красивые серьги. Украшение на шею. Украшение на шее с перьями. Брелок, камайо, манго, заколки на волосы, манго, серьги, оверсайз, здесь манго, украшения на шею, браслеты, набор браслетов. Магнитная застежка, украшение на шею текстильное, давайте здесь украшение на шею, на волосы, посмотрите, какие серьги от манго. Вы меня спросите, а тяжелые ли они, нет, очень легкие, ну потому что для сережек важно быть легкими, потому что тяжелые серьги, они, их невозможно носить долго. Украшения на шею. Так, здесь, по-моему, это резиночки для волос. Камайо, классные серьги. Посмотрите, какие серьги от манго. Это клипсы. А нет, это серьги. Ай, красивые какие. Что-то такое. А, это, смотрите, это невидимки. Висючками, очень красивые. Колечко, бамбук, серьги из бамбука, серьги оверсайз из бисера, текстильное украшение с бисером, серьги камайо оверсайз, очень красивые камайо. Посмотрите, какие серьги от Фаульбир, оверсайз. Вот молодежь заценит, что это вообще в тренде. Кольцо, кольцо, пружинка от Зары. А что это в Заре? Нет, 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 это, а, это просто кольцо, пружинка. Во, видите, вот такое. И потрясающие серьги-ракушки. Причем ракушка настоящая, просто она обработана каким-то блестящим лаком от Зары. Камайо украшение на шею. Камайо. Это французский бренд. Она, вот эта бижутерия, она очень имеет европейский стиль. Она будет отличаться от китайских аналогов. Посмотрите, какие серьги. Манго. И листочки у нее такие подвижные. Камайо. Здесь мы прошли. Это для волос. Или это брошь. Брошь. Текстильная брошь. Браслет. Манго оверсайз из искусственной, из кожзаменителя. Украшение на шее. Текстиль и металл.
здесь браслеты. Этам. Манго. Очень красивая цепочка. Манго. Посмотрите, какие серьги. Ой, да что за красота-то, а? Это украшение на шею. Блин, я тоже такие хочу. Это же сейчас модно. Так, и вот эти серьги от Манго. Выглядят они, конечно, массивными, но я вам говорю, они очень легкие. Я думаю, что их комфортно будет носить. Крабик. Эти я показывала. Подробную информацию об этом лоте вы сможете увидеть в ссылке под описанием.